Среди новых премьер в этом году, одна, пожалуй, самая главная. Восьмисерийный фильм Первого канала, посвященный жизни Муслима Магомаева, однозначно будет хитом. Идея снять сериал о бакинском соловье принадлежит Аразу, а также Эмину Агаларовым, российским миллиардерам азербайджанского происхождения. Эмин Агаларов вместе с отцом занимались финансированием проекта, выбором канала-вещателя, а также созданием сценария и проведением кастинга исполнителей главных ролей. На роль легендарного исполнителя Муслима Магомаева в сериале рассматривалось несколько талантливых актеров из разных стран бывшего СССР. В итоге выбор пал на Милоша Биковича, чью кандидатуру поддержала Тамара Синявская, вдова Магомаева, которая была главным консультантом фильма. Она лично корректировала воспоминания о реальных событиях и датах, о которых знать сценаристы не могли. Милош Бикович об участии в съемках сериала в своем Инстаграм написал: «Для меня это большая честь играть человека такого масштаба». На роль супруги Магомаева Тамары Синявской была выбрана Ирина Антоненко. Актриса Мария Шалаева сыграла роль советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В сериале также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие. Режиссером сериала стал Олег Асадуллин, известный как режиссер сериалов «Закрытая школа», «Корабли», другие. Действие сериала происходит в конце 1960-х годов. В стране брежневская эпоха. В это время на записи концертной программы Муслим Магомаев знакомится с начинающей оперной певицей Тамарой Синявской. Между ними сразу же вспыхивает страсть, которая потом станет для влюбленных любовью всей жизни. Но тогда они еще не подразумевали об этом. Тем более, начинающая звезда Большого театра Тамара была замужем, а король советской эстрады Муслим тоже был счастлив с другой. Магомаев и Тамара Синявская не стали менять в своей жизни привычный уклад, но после новой встречи в Париже жизнь расставила все по своим местам. Сериал снимали в Баку, Москве и Зеленограде. Например, Дом культуры Зеленограда стал в картине Горьковским музыкальным театром, а префектура Зеленограда стала обкомом Горьковской области. В сериале прозвучат песни Магомаева. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и, конечно же, совместное исполнение Магомаева и Синявской. В фильме будет звучать фонограмма голоса Магомаева, и это дает уверенность, что будет настоящая, а не придуманная история о жизни великого исполнителя. Сериал «Магомаев» снят Первым каналом России и студией «Медиаслава». Не будем разглашать подробности, но можно сразу догадаться, что это будет интересная история с неожиданным завершением. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.